Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году примкнули к родителям, которым нужно рано вставать и готовить детей к школе. Двойняшки Лиза и Гарри Галкины отправились в первый класс. Малыши с раннего возраста изучали несколько языков, плавали, развивали дикцию и занимались спортом. С днем рождения. Но самое главное, чтобы ты понимал, вот эти шарики Гарри сам надувал с утра. Каждый. Мама, да. С праздником. Вижу, мои золотые. Готовится маме подарок. Теперь они учатся в небольшом коллективе. Наследники звездной пары не скрывают, что им нравится учиться. Однако выходные они по-прежнему проводят дома с родителями. Недавно Галкин показал, как танцуют с наследницей танго прямо в замке. А Примадонна устроила прогулку по саду, восхитившись осенью. Это такой большой котик. Ну да, такой сухой. Крупный, да? Мы с Гариком идем в туннель. Да. Малфаски. Теперь следом за мамой вышла на прогулку и Лиза. Она давно интересуется модой, поэтому предстала в стильном сарафане из денима и белой футболке, которая сочеталась с кедами. Девочка обнаружила среди листвы цветок и пришла в восторг. Чудо! Остался один в листве. Одна маргаритка, красивая, отметила дочка певицы. Остался один тут в листве. Одна маргариточка. Красивая. Затем она в припрыжку направилась в сторону батута. Там граблями убирал осыпавшуюся листву ее брат. Гарри всегда старается помогать родителям с домашними делами. «Осеннее чудо», – назвал видео Максим. Поклонники восхитились его наследницей. Многие осыпали Лизу комплиментами. Эти детки вырастут хорошими, добрыми людьми, с большим сердцем. Это сейчас редкость. Даже не сорвала, она волшебная. Какая куколка. И не вырывает, как многие дети. Чудо-ребенок. Какая же Лиза искренняя, непосредственная и восхитительная девочка, прокомментировали пост подписчики.